Детское радио представляет. Коля, Тима, Женя, Маша, Константин, Сергей, Филипп, Вася, Оля, Зина, Даша, Джонни, Мэри, Сэм, Архип, Света, Ира, Лена, Петя, Витя, Марк, Денис, Антон. Много есть имен на свете, может целый миллион. Что значит «наши имена»? Веснушка, будешь чай с Каринкой? С какой Каринкой? У нас гости. Какие гости? Нет никого, только мы. Я просто тут варенье нашел из Каринки. А, так эта ягода вроде по-настоящему ирга называется. Ну да, Каринка — это такое народное название. Но как ни зови, на вкус-то не влияет. Да, конечно. Наливай чай, а я варенье положу. Просто, понимаешь, я подумала, что ты про девочку говоришь по имени Карина. Так имя через «а» пишется, а ягода через «о». И что, они не однокоренные даже? Не, но я могу рассказать тебе об имени Карина, если хочешь. Конечно, хочу. Оно греческое? Скорее, нет. Как это «скорее»? Понимаешь, Веснушечка, скорее всего, имя Карина произошло от латинского имени «каринус», которое означает «милый», «добрый». Да и в современном итальянском языке «карина» значит «милая». Хорошее имя. А что, есть и другие версии? Да, есть мнение, что имя это происходит от древнегреческого имени «коринна» с корнем «коре», что значит «девушка». И тогда это имя надо через «о» писать. Да, но имя «Карина» у нас, как правило, пишут через «а». Так что латинская версия более правдоподобная. Значит, все-таки «милая». Выходит, что так. Имя это больше популярно в Италии, встречается во Франции, в Германии и в Испании. И в России. Я знаю нескольких девочек с этим именем. Ласково их называют «Каринка», «Кариночка» или просто «Кара». Кстати, по-итальянски «Кара» значит «дорогая». О, как цена или как обращение, типа «моя дорогая»? В обоих смыслах. Слушай, какое имя многозначное. И главное, все значения такие хорошие. Повезло девочкам, которых так назвали. И не только девочкам. Именем Карина назван целый астероид. Ого, а почему никто до сих пор не назвал астероиды в честь нас? А, Кипятош? Не знаю, не знаю. Возможно, у нас все еще впереди. Что значит «наши имена»?